Бронзовый Будда, пагоды, журчание воды в ручье, цветущие сакуры и пьянящий запах глициний. В самом сердце Сан-Франциско вы легко погрузитесь в удивительный мир восточного сада, если посетите японский чайный сад. Japanese Tea Garden, расположенный посреди одного из самых популярных общественных парков США «Золотые ворота» – Golden Gate Park. Каждый, кто попадает в этот сад, рискует забыть о реальности. Все здесь создано для того, чтобы гости могли не думать о проблемах и заботах, расслабиться и наслаждаться красотой, обретая мир в душе. Японский чайный сад – старейший в США общественный японский сад. Основан он был как часть Всемирной выставки 1894 года, по ее завершении временная экспозиция стала постоянной. Эмигрант из Японии садовник Макото Хагивара взял на себя заботу над садом с разрешения смотрителя парка «Золотые ворота» Джона Макларена. Обустраивая сад, Хагивара вложил в него всю свою душу. Помимо прочего, он импортировал из Японии деревья, а также другие растения, птиц и золотых рыбок, что плещутся теперь в прудах сада. В настоящее время чайный сад является одной из самых популярных достопримечательностей парка «Золотые ворота». Выдержанный в японском стиле, он впитал элементы восточных садов в целом, в чем-то напоминая, например, такой знаменитый сад, как парк Юань в Шанхае. Арочные мосты, статуи, каменные фонари, дорожки из каменных ступенек, растения из Японии, навевающие спокойствие пруды и дзен-сад, цветущая в марте и апреле сакура. Все это несет красоту, умиротворение и гармонию, столь необходимые нам в повседневной жизни. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.